Всем привет, с вами Женек, и сегодня мы будем играть в Mental Hospital. Очередной инди-хоррор. Давайте потихонечку начинать. Так. Нажать его, чтобы включить фонарик. Отлично. Опа. Что мы видим? Мы оказались в какой-то камере. В психушке. Естественно. Перед нами пистолет. Так. Как взять пистолет? Отлично, взяли. Так. Подождите. Я так понимаю, можно стрелять уже? Ну ладно, так. Попробуем. Ужасно. Нагнетающая обстановка. Это вымораживает. Так. Открываем. Что у нас здесь? Здесь у нас... Так. Ага. Здесь у нас патроны. Просто прекрасно. Так. Просто великолепно. Ну давайте, в принципе, пойдем далее. Так. Тихо. Не, ну ничего хорошего нас точно здесь не предвещает. Нам, точнее. Ну, кресло. Кресло это. Игрушка. Так, тихо. Что случилось? Фонарь. Нажми фонарь, блин. О. Призраки играют с нами. Очень хорошо. Так. Ну, ладно. Пойдемте дальше. Тихо. Мне показалось. Там кто-то был. Наверное, показалось. Что у нас тут? Тут у нас... Очень печально, енол. Печально все. Блин. Очень все печально у нас. Ладно, давайте продвигаться. Вот он, пистолет, все, вижу. Так. Тихо. Тихо. Так, тут горет. Давайте пойдем по кругу тогда. Так, отлично. Что у нас тут? Тихо. Так. Какие-то человечки. Что это вообще? Я чуть ничего не понял. Там есть люди? Тихо. Кто-то кричит. Так, необходим ключ. Да. Надо дружбана спасать. Так, ладно. Пойдем по этой стороне. Он определенно тут. Давайте искать ключ. Тихо. Тут же стояли люди на камере. Ух. Охренеть. Ёпарасоте.
Так. Ага. Ты с английским туго, с английским. Короче, ты, я так понимаю, готовься умереть следующим. Простите за мой корявый английский, если что-то не так сказал. Ну ладно, давайте далее искать ключ. Нам нужен ключ. Здесь ключа нет. Так, тихо. Тихо. А это мои шаги, да? Ну, тихо. Ну, вот этой херотени тут не было. Или была? Не пойму. Так, ладно, давайте подойдем, возьмем вот. Что это вообще? Ничего это. Просто игрушка. Так. Кровавая надпись на стене. Так. Сжигающий зажжу люди. Блин. Горящий. Тихо, тихо. Тихо, тихо, блядь. Садись, садись. Нет, нет, нет. Садись, блядь. Чё ты хочешь? Кто это? Кто это? Пошёл нахер. Так. Так, 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 так. Ушёл, да? Да, ушёл. Чё? Опа. Тихо. По-прежнему все хорошо. Так, вот это только каталка перевернута. Так, блять, вот осмотрим. Так, тут у нас не это нет, это потом, это самый последний очередь. Такая вот штука. Еще есть дверь, так что не будем торопиться, нам нужен ключ. Может быть, мы его тут и найдем. Так, аптечка. Смерть. Оригинально. Вот он. Есть. Мы нашли ключ. Мы нашли ключ. Идем. Так, идем мы пока. Тут откроем последнюю дверь, как я понимаю. Закрыто. Что-то начинает. Тихо. Блять. Тихо. Так, 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 так. Вкусняшки? Нет, не вкусняшки. Ладно, давайте пойдем. Все же уже, наверное, все, да, пришли? Нет. Еще одна дверь. А вот она, последняя дверь. В этом ряду. Что у нас тут? Тут у нас. Тут у нас пусто. Так что идем просто. Тихо! Блять, ты че еб твою налево нахуй? Да ладно. Да ладно. Ага. Тут же была. Понятно. Была. Как была, так и всплыла, так что получается у нас только один выход. Идти вон туда вниз. Ну, подожди-ка. А, все правильно понял. Тихо-тихо. Нет, подожди. И это не все. Понял, да, мы же дверь закрывали. Ну, пошли вниз. По всей видимости. Там у нас ее дружище, которого надо спасти. Я на это надеюсь. Тут этаж. И вниз, да? Ну, пошли, в принципе. Ага. А я теперь туда не могу пройти. Вот это да. Ну, ладно. Нет, так нет. Может, оно и к лучшему. Сберегли нервы. Так, а здесь уже дальше не буду идти. Так что... Просто прямиком. Идем прям. Просто прям, пацаны. Что за херня-то?
Что начинается-то? Тут вроде ничего нет у нас. Да, нет ничего. Выходим дальше в коридор. Также идем прямо. Ужастики. Ужастики. Блин, только не надо вот сейчас никаких скримеров, всяких вот нагнетающих обстановок, музыку. Сейчас это вообще ни к чему. Так, понял, понял. Мы идем. Куда мы в итоге придем, я понятия не имею. Гигантский коридор какой-то. Ну как коридор? Подвал. И наш свет тухнет, и... Все? Так, вы проиграли. Вы не посетили все комнаты. Минус. Ну, плюс то, что мы сохранили. Или имели все патроны. Так сказать. Ну, нет. Переигрывать я, конечно, не буду. Был обзор на игру Mental Hospital, или по-русски психушка, психиатрическая больница. Всем спасибо, всем добра, всего доброго, до встречи.